Павильон Приморского края на улице Дальнего Востока готов на 99%. Финальный осмотр перед стартом 8-го Восточного экономического форума провели заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко и министр экономического развития региона Андрей Белохин. Вы выбираете объект, наводите именно на значок и держите на нем 3 секундочки. На выбор. Выставочное пространство презентует достижения и перспективные проекты Приморья. Сейчас остались финальные штрихи – уборка строительных материалов и окончательная проверка функционирования всех тематических зон. Делегация правительства Приморского края смотрели павильон нашего региона на Восточном экономическом форуме, как ведется подготовка буквально несколько дней до открытия нашего крупнейшего экономического события. Павильон разделен на несколько зон. Это, безусловно, логистика, это туризм, это промышленность, это зоны СВО, науки, технологического развития нашего края. Акцент в этом году мы сделали на технологичность. И все те посетители, жители, гости города, инвесторы, которые будут у нас, они действительно не пожалеют, и я уверен, что это останется у них в памяти, потому что когда ты можешь управлять картой земного шара, картой Приморского края, выделить то, что тебе интересно буквально как волшебной палочкой своей рукой, то это впечатляет. Отметим, в этом году концепция павильона региона звучит как «Приморье – важное звено нового пути». Напомним, ВЭФ проводится в Приморье ежегодно согласно указу президента России Владимира Путина. Главная цель мероприятия – содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.